И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик и моя кошка Ксюша, и сегодня мы играем в Майнкрафт на карте Бенди. Димончик, поздравайся. Всем привет. Ксюша, поздравайся. Она сказала всем привет, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита, а мы начинаем. Так, у нас здесь сундучок, в сундучке у нас... Ого, сколько здесь добра. Ну я возьму, Диман, я беру тогда полстака яблок. Я себе тоже половинку беру. И возьму немного факелов, я, в принципе, буду в руках его держать. А, подожди, а оружие? О, у нас Ксюша решила помыться, оно видно? Да, Ксюшенька моется. Надеюсь, она по микрофону лупить не будет ногами. Она любит вертухи покрутить у меня. О, подожди, может это что-то делает? Не знаю. М-м-м. Чернила разлиты. Что она делает? Ничего нету. А, я помню, ребята, кто играл, здесь надо предметы ложить, искать на карте. Книжка, там статуэтка, ну я механизм запустил какой-то. Механизм, может там это со временем сработает что-то. Надо просто подождать несколько часов, и оно сработает. Я помню точно, да-да-да. А это чернильный бассейн, я так понял. Здесь еще должен театр быть, я помню. Мы сейчас найдем, ребята, мы постараемся все вам показать. Вот! Ребята, вот кинотеатр, я нашел этот. Вот он есть. О, здесь кнопочка с лампой. Да-да-да. О, когда включаешь, освещается. Ну, не более. Не более того. Кстати, было бы прикольно, если бы какая-то сюжетка была. Потому что рычаг есть, кнопочка это есть. Давайте дальше поизучаем. Давайте. Что-то произошло. Бенди куда-то убежал. Он, наверное, думает, о, пацаны пришли, убийцы аниматроников, надо текать, они и меня замочат. И убежал. Напишите в комментариях, любите вы ли Бенди, потому что мне Бенди очень нравится. Вообще, да, сама игра очень классная. Она такая атмосферная, страшная очень. Вот, я сюда помню, мы еще не ходили. Я подпотевал, когда играл. Может присесть, ну, отдохнуть. Прикольно. Угу. Скушаю яблочко. Давай я тоже съем. Случаи разные бывают. О, кавчик. Так, отсюда мы пришли. Надо нам найти саму чернильную машину. Я знаю, вот она. Вот из-за нее все самое интересное сюда и происходило. Она такая все-таки в игре прикольная была, тут все чернилами заляпано. Да, кстати, вот. Чернила заляпана, да? Да. Это она, да? Да, это она. Просто надо фантазию включить, чтобы понять, что это чернильная машина. О, без фантазии не догадаешься. Машина. Вот здесь был этот Гуфи пристегнутый, где-то вот в этих комнатах. А, он ее не сделал. Просто. А что за Гуфи? Ну, с мультика. Ну что, он очень на Гуфи похож, там книжечка возле ног лежала, надо было ее на постаменты туда отнести, там где шишки. А, меня кто-то жрет. Опа-опа, Димончик. Убивает. Опа-па. Там... Блин, освещение здесь слабо. Кто там? Там Бонни Иди был, Иди сюда, походу. Бонни, я думал Бенди. Опа, нифига не. Ты его убил? Да. Мой опыт, мой золото, мой опыт, все мое. Забирай это все. Может, он один здесь был, и больше никого нету. Знаешь, что печально? Когда ты берешь меч в руки, сразу темно становится. Давайте мы, ребята, эту карту немножко осветим. Освятим. Освятим. Да. Ну, мы священники мы просто. Да-да-да, священники. Освящиваем от аниматроников, чтобы они здесь больше не появлялись. Есть священная вода, Димон? Ты должен могу. Сказать, я сейчас сделаю, да? Я могу только пописать. Но это уже не священная вода будет. Ну все, тут воды более светлее нет. Стало и комфортней. Да, как-то лучше стало. Да-да-да, мы еще здесь поставим факел. А мы сейчас, короче, ребята, это все как-то... А, да жрет ой-ой-ой-ой. Всякие. Ой-ой-ой. Бей Иван, его, вали его, я его боюсь. Его. Уходи, не хочу с ним дружить. Бью. А ты его убил, мое Сука. Золото. Железное, железное золото. Кто-то Че такое видел? Бонни, я видел. Так, давай еще здесь освятим. Освячивай, освячивай. Мне это слово нравится. Освятим. Так, здесь. Да, прикольные слова. Да. Надеюсь, ребята, а, тебя нам поднимет настроение. И вам, и нам, а, и всем, кто получай. Смотрит. Она, короче, вынесла. А чика какая. Вот. Чикатило. Убийца за... такой был. Мне кажется, они из чернильной машины вылазят, нет? Вылупляются? Вылупляются, да. Представляете, аниматроники сеиц вылуплялись. В горшочек. Я такой бред сказал. Горшочек. С землей. Ксюшенька спит. Гостей намыла, покушала. И можно спатки лечь. Так, пошли, мы не всю карту освятили. Тут мы были. Да, будем да, зато да. По факелам. Кстати, у меня факелов мало. Надо взять еще в сундуке факелов. Пойдем много факелов. Вот так. А, тут нападение. Ты че? Иди сюда. Он тебя убил. Я твои вещи не беру. Нет. Не, меня не убил никто. А вот ходит здесь Чика. Спасай, беги. Да как спасай, я тебя с тебя вольну.
На! Короче, я ей по плечу дал, если она. У нее больное место было. При них шляпу повыпадали. А, ну, короче, на меня там Фредди напали. Давай. Шляпы. Шляпа это хорошее дело. Конечно. Так, это опять тупик. Вот мне хочется. Я даже помню, когда в одиночке играл, я сюда в это место приходил. Ай, не сюда пришел, опять уходил. Это постоянно. Как-то мозги, да, работают одинаково. Я думал, с того времени повзрослел, но ничего не поменялось. Странно. Я и не хочу взрослеть. Хорошо быть молодым. Так, здесь мы были, здесь мы были. Подожди, еще часть карты есть, где кинотеатр. Вот, вот здесь мы не были. Да, вот здесь мы еще не ходили. Почему я освещаю везде территорию? Такое слово смешное. Я пометил. Потому что аниматроники не будут на свету появляться. Я не хочу, чтобы они здесь появлялись, поэтому я предотвращаю их появление. Вот так вот. Я не буду умничать. Ах ты, говно! Манглихи! Я ж не знаю, как сказать. Идите отсюда. Димас, тут их огромная шайка. Шайка бешеных манглих. Это банда, банда, банда. Иди сюда. Не, Димас, спасай меня. Меня сейчас реально... Я спасаю, я прорываюсь. Я им по спине бью со всей силы мечом алмазным. Алмазный меч. А, я умер. На глазах. А, Димончик, я бы тебя спас. Да кто бы меня... Ого, их тут! Ого-го! Атакуй. А, Димончик, я сейчас боюсь тебя завалить. Я быстрее за вещами. Я понял, давай. Шмотки, шмотки. Я яблочко 7 золотое. Так, никого нету со спины. А, я вижу, вот еще тут кто-то трется. Иди сюда. Опять меня убили. Они хотят, чтобы мы их наказали. А ты вещи свои забрать, да, не можешь, бегаешь? Да, они меня бьют, это все. Ай-яй-яй-яй. Факел поставить, ладно. Не ту кнопку нажал. Есть. Есть. Факела. Тут факел. Тут факел. Ого, их тут еще. Так, жизнь регенится. Давайте мы здесь факел поставим. Опять сюда. Убили, опять. Да что ж такое, Димончик, они тебя сегодня любят. Кстати, у меня тоже мало жизни. Я хаваю яблочко. Ой, они очень быстро ползут. Быстрей, 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 быстрей. А, получается. А, хотел... Я видел, ты ладошка леща выписал ей. Да-да-да. Неплохо ты ей леща вальнул. А ну это леща, дай. На тебе. Дай, добью. Добивай. По этому же лицу. Так, давай тут факелок поставим. Бей их, бей. Да что ж ты такая дерзкая. Ну, мангл классная, конечно, здесь сделана, мне нравится. Было, конечно, реалистичнее, если бы она по потолку лазила. Все-таки мангл тогда по потолку лазит. Тогда, Димас, прибегу, мне надо вещи забрать. Давай, я их пока отвлекаю на себя. Отлично. О, отвлекаю, у меня жизни мало, я сейчас только увидел. Делаем ноги. Уша. Еще бы чуть-чуть, Димончик, я не увидел бы. И все, я вслился бы. Так, лекаемся, пока не долезут. У меня жизни восстановятся. Уходим. Они вроде по чуть-чуть, а так, знаешь, и выносят жизни все. Да, их когда много, они сильные. Да, знаешь, берут количеством. По одному никто. Друзей позвала, да? Ого, их тут! Ой-ой-ой, Димончик. Опять зажимают, все время меня зажимают. Смотри, что тут... Они кинотеатр смотрят, а мы пришли им отвлекать. Порношку смотрите. Да идите отсюда. Вот так вот. О, пришли! Чубзикенты. Чубзи... О, как больно деретесь вы, а? Ты сейчас под тяжко дерешься. А, чё так вас много? Да фигич! Нифигашеньки. Они меня убили. Димас, меня там, короче, убили. Атакуй их там. Я вижу. Ого! Подожди, сейчас подберу. А чё они такие быстрые? Яблоко. А! Жесть, я так эмоционально отношусь к этому всему. Не знаю почему. Я понимаю, что эта игра всё... Но я их боюсь. Не страшно. Сколько детей они убили? Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько аниматроники убили детей? Мне даже интересно будет почитать, что вы там напишете. Очень люблю читать ваши комментарии. Ну и лайки люблю, когда вы ставите. Это классно. Так, давай зачистим эту карту и, в принципе, можем... Кстати, давай потом на улицу выйдем, посмотрим, что здесь на улице. Мне даже интересно. Дима, может, мы всех зачистили, никого нет больше? Потому что я тут хожу, да, никого не наблюдаю. А может, они попрятались где-то? Ныкаются, сидят. А! Блин, я испугался. А что они на меня не агрятся? Просто стоят, я ж не в гейм-моде. А, не. Загрузка. Ага, все, их очень много здесь. А их там фигища, там их просто... Их очень много. Мне кажется, мы не сможем туда пройти. А чё они такие медленные? Это большой плюс, что они медленные. Мне это нравится. Он кошмарит нас. От слова кошмарит. А, я тут пощёчины выписываю. Я иду. Там мои шмотки. А, мне ж не маяк чем бить. Давай бьем кулаками. Ляща. Я попробую пробежать. Я их отвлеку. А, все. Я пробежал. Спасай. Иду. Ого, он так что-то быстро там машет крыльями своими. О, я кстати, двоих сам упел. Я видел. Опа. На тебе в воздухе.
Димон, их просто здесь много. Я не знаю, они не дают нам пройти туда. Так, надо яблочко увалить. Потому что это все хорошо, но вся вода намного лучше. Убивают. Оу! Едите, а что ж вы такие быстрые? Да они вообще неадекваты. А, Димончик, ага, тут тупик. Я убил тебя? Нет, скорее всего, они меня убили. Потому что я не знаю, я махал. Так, ребята, продвигаемся дальше. Оружия нет, ничего нет, в сундуке... Кстати, там в сундуке, может, что-то было? Да, там был еще лук, заберем еще лук. И меч один был. Давай, давай, будем по очереди мечом махать. Я ударил, дал тебе лук, и ты ударил. Я луком, ты мечом, давай. Так, давай проверим, что у нас тут есть. Так, о, меч еще еда есть, возьми еду. Жратва есть. Ну, луки не буду брать, никакого от этого смысла нет. Яблок плохо нет. Ну, хоть стейки есть. О, спасай. пришел. Надо, чтобы здесь... Вы вдвоем умерли. А как так получается? Получается, ты умираешь, в конце бьешь, и он тоже умирает. Я первый раз такое вижу. Прикольно. Это я видел этот ММА, когда двойной нокаут был. Когда чуваки одновременно друг другу в челюсть дали. Ой-ой-ой-ой-ой. Да откуда вы вдвоем? Стейк. Блин, а без яблок не сильно прикольно. Давай, ох, ты его прикольно в ногу прям зарядил. Ну, со стороны так смотрелось. Но это не я тебя убил, это он убил, я видел. Твои шмотки. Вот, я, кстати, тут забаррикадировался немножко. А, я думал, это ты, это аниматроник ко мне подошел. Я ему лук даю, стрелы, на, держи, аниматроник, стреляй по мне. Ну все, в сундуке ничего нету, давайте хоть что-то. Давайте хоть факел один возьмем, для приличия. Блин, мы не убили всех, а хотелось всех убить. Ладно, я бегу за своими шмотками. Может, все-таки они еще не исчезли, я успею их взять. Так, они здесь где-то были? Нет, не здесь. Здесь? Вот. А где меч? А! Меч. Ого, а что они там делают? Смотрите, ребята, они не забаганы случайно? Димас, не, смотри, на тебе меч. Давай. Помогать. Это я буду сейчас удовольствие получать. Гасим, ребята, смотрите, какие там движушки. О, я думал, сейчас выйдет. А я вижу, рядом стрелы летят. А это ты загородил, да, получается? Да, я здесь заграждал, когда их куча это было. Это жесть. Зато, ребята, мы их так замочим. О, на, по лбу прям. А, укусил меня за лоб. Меня и поцеловал аниматроник. Опыт просто льется рекой. Опыта много. Все, мы всех убили. Да? Да. Ребята, мы на раз зачистили эту карту все-таки. Нет, тут еще... Нет? Ай. Ничего. Я разобью. Я боюсь их выпускать. Не выпускай его. Все? Вау. А как же твоя стрела у тебя в спине торчит? Как такое может быть? Не знаю. Вот еще шмотки мои, которые были. Неаккуратно я. Собираем. Собираем. Ну все, мы справились. Да, да. Давай выходить на улицу, ребята. Ооо. Там улица и снег. Это что, зима там, что ли? Вау, ребята, класс, смотрите. Ну это реально классно, вот что могу сказать. Все-таки я думал, в какое-то подземелье, потому что такая атмосфера очень жуткая. Да, я думал, тоже в земле какой-то мы закопали. Кажется, что подземелье какое-то. Ну нет, это улица. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!